привет, дорогие друзья! Вы на канале Катрин. Хорорюшечка под названием Hazy Night Shift. Сегодня будем играть за полицейского, который приезжает на вызов. Там кто-то сидит в шкафу, за нами наблюдает очень пристально. Даже взгляда не отводит. Кажется мне, что вызов закончится для нас очень плохо. Усаживайтесь поудобнее, подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Ставьте лайк под видео и скорее начинаем. New game. Someone called the police. Кто-то вызвал полицию из вашего дома. Дверь была открыта, я вошел. It doesn't seem to work. Crap, the lock is broken. А, то есть я изначально уже выйти никак не могу. Хорошо. Думала, может как-то получится сбежать, но нет. Вдруг здесь две концовки. Is anyone here? Anybody home? I'm the police. Don't worry. Locked. Заперто. Я не могу выламывать чужие двери, пока не пойму, что здесь происходит. Что происходит у вас? Опа. Кто-то хочет поиграть? Здесь слишком темно, а я забыл фонарик в полицейской машине. А как мы выйдем? У нас этот... Тише, какие-то звуки начинаются. Замочек сломан, все. I can't touch other people's things without a warrant. Хорошо. И что прикажешь делать? Свет можно включить? Интерактировать с чем-то можно? Или без ордера свет тоже нельзя включать, ё-моё. Anybody home? I need your help. We need my help. I don't need the призраки. No, no. Так, очень... Ну, а по рации нельзя сказать, что мы тут заперты в доме, нет? В окно вылезти нельзя? Вот эту вот хрень разбить и руку высунуть. Нет, нельзя? А, это телевизор, думала окно. Вылезти нельзя, выйти нельзя, двери никакие не открываются, в рацию не разговаривает. Может этот... Настройки тут есть? Что за что? Нет. Тут нет никаких кнопок. Играй как хочешь. Просто, ладно, будем просто ходить. Так, запомни. Мусор забирает по вторникам. Посуду вам что ли помыть? Нож, вот это надо убрать. Ну тут только интерактировать на левую кнопку мыши. О, what the hell? Какого черта? Что за... уходим из темноты. Слышишь? Шутник! Я вообще-то приехала на серьезный вызов. Спасать людей, ё-моё. Светом балуешься. Где-то открылась дверь, скорее всего, наверху, да? Стучит. А пистолет! Офицер, ты чё, совсем дурачок? Ну ладно, призраки, если на нас какой-нибудь этот хрен выскочит, чем защищаться будем? В рукопашку? Я не умею. Так, и... А не работало же. Алло. У аппарата. Вы лоханулись.
Так, ну, кстати, перед тем, как начать играть, я думала, здесь будет не совсем страшно. А тут как раз такой уровень скримера, который держит тебя в напряжении. Нагнетает, нагнетает. Даже кажется, как будто звуки какие-то в реале. Ладно, идем слушать музыку. И что, мне теперь убирать, что ли? Мы не домработница, между прочим, а полицейский. Полисмен. Так, только не хватай за зад. Ага. А, чё, эта дверь закрылась. Ща, хорошо, обойдем. Где лофт-то? У-у-у. Сейчас перед носом захлопнется. Чекайте. Fucking dog. Догич опять. Я уже его видела. Только вот недавно был хоррор. Это их Вильнихт. Ну и куда он побежал? Их Вильнихтыч. Стой. Go dancing. Их Вильнихт. Go drinking. Их Вильнихт. Кто стучится? В какую дверь? Блин, ну полицейский ты вообще, ну... Применить какой-нибудь навык ниндзя. Выбить стекло, выбежать. Fucking dog, говорит. О. Нифига нам ужин готовит. Собственно. Что будем есть? Давайте. А, пустая тарелка. Спасибо, вы очень гостеприимный призрак. Сок мне поставил. Я хочу сок. Мясо хочу, не знаю, макарошек. Картошечки. Ладно, можно и там пиццу быстрого приготовления или роллы. А не пустую тарелку, ё-моё. Ладно, здесь стоять на месте нельзя. Поэтому будем двигаться. Мне на стул, типа, надо присесть или что? Никаких новых вещей я не вижу. Мишка. Fucking saucepan. Saucepan? Нифига себе. Fucking dog. О! А-а-а, вот что нам приготовили. Черепушку. Очень приятно. Fucking suspend, fucking их вильнихт. Кто будет следующий fucking? О, музычка, музычка испортилась. Семейная пара. Явно с проблемами в отношениях. Задолбил ножиком. Блин, а может быть это полицейский свою жену кокнул, ё-моё. Сейчас ему кажется, как будто он приезжает на вызов. К себе же домой. Но он этого не понимает. А может быть это обычный полицейский, случайно попавший в петлю этого дома какого-то демонического.
Только сейчас этот рисунок заметила замечательный. Ладно, ну сидят, и чё, с ними интерактировать как-то можно? Интеракт. О! Нет, нет, полицейская рация вышла из строя. Так ты бы о ней не разговаривал, чё ты? Значит, как трогать чужие вещи нельзя без ордена, а как высунуть ножик из чего, из чьей-то головы какого-то мертвого... Что это такое вообще? Чучельники какие-то? Или манекены? Кто это? Нож достал, значит. Выйти он не может. Без ордена больше ничего делать не может. Точно он какой-то этот, нечистый. Ускоряемся. Что такое? Включите свет. О, спасибо. I do not like it. Мне это не нравится. Ну еще бы, а кому бы понравилось? Никому не понравилось бы. Три комнаты новые. От чего ключ? Buddy, you should be somewhere else. Buddy, you should be somewhere else. Он говорит Вантусу, что он должен быть в другом месте. А ключ от чего? На тап не работает инвентарь. Ускоряемся. Тап не работает, двери не открываются. О, женщина ушла. Угу. Кетчуп. Томатно-чесночный. Но проверять мы это не будем. Рука. Где-то должна быть вторая радионяня. Угу. Шашлычок. Это что? Ручки. Garbage bags. Мусорные пакеты, надеюсь, они мне не понадобятся. В смысле? Так, ну здесь руками показывается, что мне надо клацать. Это не клацается. Не поняла. О! Зубы можно почистить. Не ушла. А кто это был? Кто кряхтел? Да ё-моё! Чё там в унитазе? God, what a stink. It seems there's something there. Господи, ну и вонь, кажется, там что-то есть. Нужно где-то чем прочистить это дерьмо. Вантузом. Фу, нам на серьезе показали какашки в унитазе. Зачем? А если кто-то кушал в этот момент? Вантус, иди, ты пригодился. Будешь сейчас на своем месте. Не обращаем внимания. Не обращаем внимания. Идем чистить унитаз. Ага, вызвали полицейского, приехал сантехник. Мерзко выглядит. О, ты его руками будешь брать, сделал бы салфетку. О, вдвоем ушли. Хорошо. Замечательно. Что там за страшные звуки? No, 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 no! А чего ключ?
Так. Одна, чтобы говорить, другая, чтобы слушать. Хорошо, в какую-то будем говорить, в какую-то слушать. Чего тут не придумали свет включать, выключать? Дэд, Мами, Стив, Бэйби, Кларк. Кто написал все это? Это. О, спасибо! Horrible. Какой ужас, мне нужно срочно связаться и вызвать подкрепление. Кажется, я видел снизу телефон. Кто-то укокошил семейство, составил список. Дэд, Мами, Стив, Бэйби, Кларк. Может быть, старший сын. Блин, что-то мне кажется, полицейский тут не просто так. Какой-то ключ мы взяли, чего? Говняный ключ. Чё-чё-чё, где? What the hell is this? О, мадюки пошли. He has gone. Он пропал, кто? А, телефон. Зато ключ есть. Lord, what is this? Господи, что это такое? От чего ключ? А-а-а, что это такое? Я думала, сундук. Хороший у вас ужин, конечно. Достаточно мило. Это тут играет? Мне дали от чего-то ключ. Заданий никаких нет. Эй, мистер, ты там? А, я в радионяне могу ответить. Кто ты? Я тебя не услышу. Слышишь только ты. Это чудище бродит по дому. Оно не знает, где я. Хорошо. Оно убило моих маму и папу, еще двоих братиков. Малышу Кларку было всего 3 года. Ну, идем к радионяне. Чудище, может быть, ты есть? Тише. А нельзя сразу было мне сказать нет? Я уже ушла. Хорошо, радио няня у меня одна есть. Ого. Не, слишком маленький, не буду кататься. А, нужно забрать вторую радио няню. Да не буду я слушать твои эти вопли-сопли. О, радионяня пропала. Чё теперь? От чего мне дали ключ? I can't touch other people's things. I can't touch other people's things without a warrant. Такой странный, не могу с него. Так, он со мной свяжется по радио няне. А что мне до этого делать?
Второй радио няни больше нет. Ее кто-то стырил. По ней можно было отвечать, я так поняла. Тут никаких действий нет. Что делать-то? Ужин им приготовить? Игрушка. Ну, что мне с игрушкой делать-то? Стул. Возьми с собой радионяню, я с тобой свяжусь. Так. Какашки прочистили. Это непонятно зачем. Это тоже непонятно зачем тут стоит. Помыться, что ли? Ладно, иду снова наверх. Может быть, скрипт какой-то сработает. Ключ. Я взяла ключ, но, опять же, он у меня нигде не работает. Водочка. Какие-то звуки здесь. Маленький стим бита лежит. Может, биту взять? Наушники. О, я могу здесь. General, it's me. I called him. А, это я его вызвал? Зачем? Родители не любили меня и захотел им отомстить. Ага, и что теперь? Нам расхлебывать? Это была шутка, я не знал, что Ritual сработает. Это же просто был один из веб-сайтов. Ну, дурачок. Ты должен знать демона. Как? Как изгнать? Схемку какую-то дай. Ой, мы не отражаемся. Какой-то шкет заварил эту всю кашу. А нам теперь расхлебывать. О. New room unlocked. It seems the door is locked from the inside. Так, кто-то там заперся. Ребенок не должен рисовать такие вещи. Где? Четыре гробика. Открывай, что ты там спрятался? Там был гараж нарисован. Лопата. Четыре гробика. Daily News. Ну. Вот такие рисунки должен рисовать. Все, уходим отсюда. Говно в унитазе прочисть. Пылесос включает, намекает, что мы должны типа убрать. Чела сантехник, теперь уборщица. Мы полицейские, ё-моё. О, спасибо. Все, теперь мы точно отсюда не выберемся. В окна же он не умеет вылазить. И что, даже не прокомментируешь? Ладно. Все, уже для него это нормально выглядит. Наговорились? Как изгнать Дэвила? Как же здесь воняет? О! Я могу выйти!
Ура! Идем в гараж. Спасибо. Без света как-то тяжко. Красный, синий, зеленый. I was thinking, fuck the warrant. Пароль. Наконец-то. Факт 8. Восьмерка, наверное, последняя. Красный, синий, зеленый. Это у нас пароль. Красный, синий, зеленый. Какой-нибудь будет 2. 2, 5, 3, 8. А, тут тоже можно ходить. 2, 5, 3, 8. Демон ногти подстригает, слышали? Звук какой. 2, 5, 3, 8. Делаем ставки. Fuck! Правильно. Так и знала, что с этими коробками что-то надо будет сделать. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 8, 4, 2, 3, 8. Я надеюсь, такая хоть последовательность. 4, 2, 3, 8. 4, 4, 2, 3. There must be something else in this garage. Ага, в гараже еще что-то должно быть. А ты не хочешь отсюда уйти за подмогой, не? Мы же вышли на улицу. They didn't love me. Они не любили меня. Они не любили меня. Yes, mister. Да, мистер. Я убил всю свою семью. Я был очень обижен. Демон, которого я хотел вызвать шутку, оказался настоящим. И теперь ему нужно тело, чтобы остаться в нашем мире навсегда. Ага, это будете вы. Да? Похороните моих близких. Он должен завладеть их телами. Сделайте это на заднем дворе. Лопата в папином гараже. Торопитесь. У нас очень мало времени. Все взяла. А если он в меня вселится? Они-то уже все скисли. А мы живые. Зачем ему? Ему как раз вот нужно такое тело. Полицейский, сантехник, уборщица. Чем мы только не умеем. Блин, почему во многих хоррорах не добавляют бег? Где? Это что такое за трубки? А, тут забор. А куда мне идти, собственно? Бэк-ярд. Ну вот это все, на что он способен. Так он бежит. Зачем такое? Ну добавьте бег. Как дурак, идешь до какой-то цели. Без бега неудобно. Тут темно. Я ничего не вижу. И вы так тем более не увидите. Вообще жесть. Где мне работать лопатой, алло? Тут тоже забор. А, наверное, надо сначала эти тела взять в пакетах. Ничего, что мы, получается, соучастники, не?
I need to leave the shovel in the garden and find trash bags. Мне нужно оставить лопату в саду и найти мусорные пакеты. Вот здесь. Типа подсвечено. Окей. То есть любой полицейский может приехать, ему какой-то малой скажет, да не я убила, ты демон. Собери пакеты и пойди закопай во дворе, а я этот... сделаю вид, что как бы вообще не причастен ни к чему. Угу. По карманам засунул, чтобы не мешало, пока ходим. Не, с полицейским тоже что-то не так, явно. Дверь еще одна не открытая. Тут нет мусорных пакетов. А чё, этот не берется? Ладно. Тут же нет? Нет. Блин, только не говорите, что мне потом придется подниматься еще за одним этим. Так, бежим, бежим скорее. Уничтожать улики. Оставлять везде свои отпечатки. А Мало потом скажет, да это он, чё, я пришел. Чё за звуки? Сюда? Я не совсем понимаю, чего от меня хотят. О, этот, родаки ушли. А куда пошли? Угу. Теперь можно? И чё? Бен стоит. Наверное, всё-таки надо ещё последний забрать сверху. Тут же нет. Тут нет. А вот этот в ванной тоже не кликается. Теперь кликается. Хорошо, видимо, нужно по очереди носить. Boy said that we have a lot of time. Мальчик сказал, что у нас нет времени. It remains to bury the baby. Угу. Идем за бэйби. Прям интересно, чем это все закончится. Кто все-таки виноват? Как будто кто-то шел за нами. Может быть, полицейского тоже ухандохали? Он пришел, ему по башке дали. Теперь могу?
Ну, это ж все. Не всегда этот сразу срабатывает почему-то интерактивчик. Закончили. А скример будет такой, чтобы, ну, на превью пошел? Изгнали? Или наоборот, призвали? Дверь закрыта, все. Это не по плану. Why did you kill our children? Зачем ты убил наших детей? Why did you kill our children? Why did you bury my family? Why did you kill our children? Why did you bury my family? 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 Why did you kill our children? Why did you kill our children? I didn't want to die. Why did you kill our children? I didn't want to die. Why did you kill our children? Mommy, I didn't want to die. Why did you kill our children? Mommy, I didn't want to die. Why did you kill our children? Mommy, I didn't want to die. Why did you kill our children? Why did you bury my family? Why did you kill our children? Why did you bury my family? Уходим от этого балагана. Это что такое? Крест. А теперь тебе нужно перевернуть все кресты в доме и провести ритуал. На кухне я кое-что тебе оставил, это поможет. Все кресты перевернул. Точнее, перевернуть. А что он на кухне оставил? Мишку? Источник света. И сколько крестов? Сколько крестов? И где они находятся? Какой кошмар. А где мальчик? Почему он с нами разговаривает через видеоняню? Где кресты? Крест. Найдись. В этой темноте искать вот эти, блин, масси... А, вот. Mommy, I didn't want to die. Okay, okay. Mommy, I didn't want to die. I'm not your mommy. Mommy, I didn't want to die. 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 Ля, этот фанится. Где кресты? А, нет, крест. А тут нет. Ладно. Маме один бурдай. Маме один бурдай. Вот. Ладно, если я где-то пропущу. Why did you kill our children? Why did you kill our children? Ой, фу, как давит на мозги. Why did you kill our children? Why did you kill our children? Why did you kill our children? Так, тут точно нет нигде. Why did you kill our children? Не хочу потом. Why did you kill our children? Why did you kill our children? А, может, малой тут сидит? Why did you kill our children? Why did you kill our children? А чё он от нас спрятался? Why did you kill our children? 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 Ага. Все, игра сохранена. Ой-ой-ой! Why did you bury my family? Дурак совсем. Why did you bury my family? Ну вот это я сделала, да. А все остальное не делала.
Mommy, I didn't want to die. Можно рэпчик записать. Mommy, I didn't want to die. Mommy, I didn't want to die. Мы там думали, что всего одна закрытая дверь, у тебя есть ключ. Наверху. Давай, и что, в окно прыгать? Так, закрыли двери, ни хрена себе! Пацан подготовился. О-о-о. Чего ключ? Эй, это мы, наверное. Сейчас он будет нами управлять. Этому демону нужен новый герой. Это будем мы. А чего ключ? Я взяла чего-то ключ. У меня что-то не проклацнулось. Может, тут? Нет, не клацается. Ножик. Нет, он ничего тут не берет. Вот я положила новую игрушку. Тут я взяла ключ. Ой, куклу. Давайте вниз сбегаем, ладно. Не знаю, не понимаю. Серьезно? Ну вот я ходила, бродила возле этого гребаного черепа. Ну нож! Ну он же достается. Ну видно, что его нужно достать. Давайте дверь закроем. Ну вот эта гребаная рука в этой игре не всегда высвечивается. Вот нужно прям вот так вот, вот так вот двигаешь, двигаешь. О, высветилось. Злая, хожу тут, не знаю, что делать. Фух, все, начинаем. Кажется, у тебя получилось, но мне все равно очень страшно. Найди меня и забери отсюда. Все закончилось? Так, ты тут? Hey, guy. А, все? То есть, действительно, здесь был гид? Понятно. Дайте скипнуть. Эпизод 1. Так, ну все, получается, я была права. Все-таки мальчик вызвал демона. Этот демон поубивал всех и попытался вселиться в наше тело. И вместо того, чтобы вызвать подкрепление, полицейский просто ходил по дому и доделывал грязную работенку. И все, теперь впустил в этот мир какого-то демонюгу. Пойдет дальше свои грязные делишки делать всякие. Прикольный хоррор, только вот...
Вот эта фигня с нажатием на предметы, и ты наводишься, оно сразу не нажимается, не высвечивается. Потом высвечивается. Может быть, не знаю, дело в мышке моей или что. Но как-то не совсем удобно, особенно в конце. Уже самый финал, я не могла взять тот ножик. Наводилась, не работает. Думаю, ладно, может быть, что-то другое. Может быть, иголку взять, но... Как казалось, все было на поверхности, просто не клацалось. Надеюсь, вам понравилось. Все плюсы находятся в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, комментируйте. Всем до встречи в следующем видео.